любите выпечку с шоколадом, но ненавидите месить тесто, тогда вам показан этот рецепт. В нем сошлось все лучшее и вкусное. Вам только нужно выделить 20 минут вашего времени, и вы будете наслаждаться. Для этой выпечки нужны самые базовые знания в пекарском деле и немного фантазии. Изучите, как приготовить быстрое печенье с шоколадом, его здесь будет много. Тесто замешивается на масле с мукой, можете взять его рецепт на заметку и попробовать другие сладкие добавки. Побалуйте себя этим вкусным лакомством. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Сделайте тесто, смешав муку, растопленное масло, смесь для кекса и шоколад капельками. 2. Далее из теста слепите небольшие печеньки, выложите их в формочки или на противень. 3. Потом в центр каждого изделия выложите конфету, придавив тесто. 4. Выпекайте печенье 12 минут при 190 градусах в духовке. Жду ваших лайков и комментариев. 5. Дайте изделиям остыть, а пока растопите отдельно черный и белый шоколад, затем покройте черным шоколадом печенье. 6. А сверху украсьте выпечку белым шоколадом, печенье готово. Приятного чаепития! Вкусняшки, подписавшимся. А теперь ингредиенты. Темный шоколад шариками или каплями, 525 грамм. Сливочное масло, 100 грамм. Молочный шоколад, 500 грамм. Яйцо, 1 штука. Белый шоколад, 70 грамм. Мука пшеничная, 2 столовые ложки. Смесь для кекса, пачка, 1 штука. Круглые маленькие шоколадные конфеты, 36 штук. Количество порций, 1-2. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Удачи, друзья, заходите.